По данным Международного энергетического агентства, в 2013 году добыча природного газа в России составила 656 миллиардов кубометров. Аналогичное количество газа добывается в США. Однако процент переработки газа в конечную продукцию в России – один из самых низких в мире. Из-за неразвитой трубопроводной инфраструктуры этан и часть легких углеводородов в составе товарного газа направляются на экспорт или сжигаются для генерации энергии. В условиях дефицита легких углеводородов российские предприятия нефтехимии используют в качестве сырья нафту, себестоимость производства из которой значительно выше. Дорогостоящая отечественная продукция не способна конкурировать с западными аналогами. В сложившейся ситуации российские предприятия не могут удовлетворить растущий спрос внутреннего рынка. За последние 5 лет импорт продукции нефтехимии вырос более чем в 2 раза. Использование нафты значительно сдерживает рост нефтехимической отрасли в России. 17 мая 2012 года на международном форуме «Большая химия» в Уфе президентами республик Башкортостан, Татарстан и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа было принято решение о необходимости строительства продуктопровода «Ямал-Поволжье». Продуктопровод «Ямал-Поволжье» соединит богатейший газодобывающий регион Ямал и крупнейший в России приволжский нефтехимический кластер. Плюсы проекта очевидны. Снизится себестоимость пиролизных производств за счет использования легких углеводородов в качестве сырья. За счет высвобождения нафты и ее целевого использования для производства бензина и поставок на экспорт, дополнительные поступления в бюджет могут составить до 219 миллиардов рублей в год. На предприятиях Поволжья будет создано до 70 тысяч новых квалифицированных рабочих мест. Более 99% оборудования и материалов будет произведено на российских предприятиях. Отечественные строительные компании получат подряды на сумму более 150 миллиардов рублей. В будущем проект позволит снизить зависимость от импорта, станет драйвером роста промышленности в Российской Федерации, повысит самообеспечение оборонной промышленности. Мы ответственно относимся к экологической и промышленной безопасности. Ведущие институты отрасли участвуют в разработке инновационных технологий строительства и эксплуатации продуктопровода. Мы искренне верим, что проект принесет пользу не только для регионов Ямала и Поволжья, но и для промышленности всей страны. Ямал-Поволжье. Смотрим в будущее. Создаем настоящее.